Привет, друзья! Безусловно, к Новому году будут вам от нашей семьи подарки. И секреты раскрываем для каждого, чтобы каждый человек мог достигать своих целей, достигать своей мечты. А мечта достигается, когда человек сам себя немножко улучшает, регулирует и воображая себе свою мечту, определяя формулу своей цели, снимает главные препятствия, главный забор между собой и целью. А забор это блок ума и тела. Например, страх, комплексы, стереотипы мышления, авторитеты, которые вам говорят, вот так нужно делать или так нужно делать, а на самом деле это может быть ему подходит, а не тебе. У тебя может быть свой путь. И именно открывая себя, открывая свой творческий потенциал, именно открывая свои способности, а не чужие, зачем тебе чужие? Потому что каждый находится, условно говоря, в своей матрице, в своей реальности жизни. То, что подходит одному, не подходит другому. А вот этот забор, который у нас, он в нашем уме копится, копится, копится. Это стереотипы всевозможные, советы всякие, которые кому-то подходят, кому-то не подходят. Но как же убрать этот забор? Ну, обычно говорят некоторые люди, что как бы освободиться от своего ума. Но освободиться от ума зачем? Надо, чтобы все было в согласии, и ум, и тело, чтобы были в гармонии. Ум, чувства и тело, чтобы были едины, но в направлении. Вот оно в чем дело, но в направлении достижения цели. Да, а то так они могут быть едины в горе каком-то. Да. И это доминанта уже. Вы в горе находитесь и уже ни о чем другом думать не можете. Вы зависли, зациклились, это доминанта. А вам надо сменить доминанту, поэтому вам нужно выйти из этого минуса. Это первый блок. Выйти из минуса и создать себе плюс, помечтать и закрепить его как закладку. Да, и в нейросетях мозга образуется новый вообще-то, новая парадигма, что вы смотрите теперь на жизнь новыми глазами, оптимистическими. И тогда открываются ресурсы. Тогда открываются ресурсы, когда вы смотрите на жизнь выше горизонта. Вы смотрите вперед, в будущее, с уверенностью, что вопрос будет решен. Вот оно в чем дело. А как вот из минуса перейти в плюс? Вот мы с Шейлой, с моей дочкой, психологом, и с Оленом, моим сыном-психологом, вам проведем вебинар. Они покажут свои методики, я покажу свои методики, но все они вокруг ключа. Потому что мы всю жизнь их создавали и создаем. И нам уже помогают участники нашей школы, человек будущего, Homo Futurus, которые тоже создают свои приемы на основе принципов ключа. А ключ что это такое? Хочу, чтобы знали. Тот, кто не знает. Есть классический ключ. Это когда мы применяем волнообразные движения, выводящие нас из стресса на состояние безмятежности. Это приемы левитационные, идеорефлекторные, если говорить по-научному, идеорефлекторные, когда идея вызывает рефлекс с моторным компонентом. И это подбор вот этих действий, принцип подбора путем перебора по критерию максимального индивидуального соответствия, то есть то действие вы подбираете, которое вы можете делать без труда. Запомните это. Когда вы ищете какое действие, или левитационное,
подбираете, как это правильно делать, или так, или так, или так, или встать по-другому, когда вы подбираете то, что вы можете сделать без труда, или повторяемые действия, или шалтай-болтай, а может вам больше подходит лыжник, а может вам больше подходит плавательные движения. Ну, перебирая, выходите на действия, которые вы можете делать без энергозатрат, с минимальным усилием, почти на автомате. И вы выходите через это действие, которое совпадает именно с вами на 100%, вы через него выходите на состояние нуля. Это состояние ощущения без времени. У вас миллион лет, у вас бесконечность, и там вы можете решить любой вопрос, и там вы можете поставить любую цель, и там вы можете ее достичь. Но вы все это делаете за несколько минут в сжатом времени. В сжатом времени миллион лет и бесконечность, потому что убрали стресс, убрали страх, убрали комплексы и стереотипы. Убрали эго убрали. Так это же обо всех, это уже вообще все методы стремятся к этому, чтобы человек, мечтая о чем-либо, формулируя свою цель четко для себя и понятно, а это уже половина успеха, выходил именно на состояние, когда нет страха за ошибку, когда есть только ответственность, когда есть контроль качества. Именно контроль качества. Да. А не страх и тревога, получится, не получится. Это совершенно разная психология. И поэтому новогодние к Новому году подарки будут и в бесплатном ликбезе, и на вебинаре, где мы с Шейлой и с Оленом вам подарим. О, это будет потрясающе, потрясающе. Потому что там будут новые элементы выхода из кризисного состояния, из стрессового состояния, из дискомфортного состояния с помощью максимально простых для вас, максимально комфортных действий, которые вы делаете без труда, и поэтому открываются большие резервы. Вот оно в чем дело, секрет в этом. Это секрет исполнения желаний, секрет достижения мечты, секрет достижения цели. Быстро. Итак, до встречи, друзья.